Покажу вам новый способ электронно-голосового феномена, то есть ЭГФ. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Сегодня я буду обозревать на паранормальное заброшенный дом. Этот дом не так уж и давно был заброшен. Бывшие жители этого дома рассказывали то, что здесь происходили паранормальные вещи. Сегодня я здесь установлю камеры в двух комнатах и также покажу вам новый способ электронно-голосового феномена, то есть ЭГФ. Так, сейчас вкратце покажу вам весь дом. Так, друзья, что для этого понадобится? Просто включаем радио. Желательно выбираем частоту AM, либо SV, но не FM. И просто проходим по волнам. Неудобно одной рукой крутить. Постараюсь. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Друзья, чуть позже тогда попробую еще раз. А пока я включу камеру. Установлю сейчас камеру. Так, друзья, сейчас пока снимаю на смартфон. Включаю камеру. Так, запись. Запись камеры пошла. Так, включаем вторую. Так, запись камеры 2 пошла.
зайду в дом. Приостановлю пока камеры. Так. Кто снимает? В зеркалах хранят в себе очень много информации. Загробный мир. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Блин, вот сейчас реально был ответ «да». Я думаю, что это не радиоволна сейчас была. И стук позади меня вот оттуда. Ты можешь со мной пообщаться? Ты можешь со мной пообщаться? Офигеть. Я сейчас послушаю себе. Друзья, я думаю, сейчас будет хороший вариант. Это оставить опять камеры и оставить включенным радио. Возможно, что-нибудь получится заснять и услышать. Сейчас я сделаю, только уже камеру поставлю в другом ракурсе. Желательно было возле зеркала, но я не знаю, где там ее установить. Ну, в общем, сейчас я попробую. Опять же, включу ту камеру и уже включу здесь. Сейчас включим вторую камеру.
Сейчас пройду сухо. Вот он. Так, друзья, прошелся я сейчас по чердаку. Там все тихо. Но жители этого дома говорили, что здесь вот эта паранормальная активность проявлялась даже днем. Поэтому не обязательно ждать ночи. Если паранормальная активность сильная, то она и днем себя будет проявлять. Вот. Ну а так, я не знаю, нужно будет на монтаже посмотреть, что я отснял. Было что-то там зафиксировано на видео. И если здесь что-то реально есть, что-то паранормальное, то я сюда вернусь, если я что-то увижу. Это такая была небольшая разведка этого дома. Так, друзья, сейчас включу эту камеру. Ссылка пошла. Куплю. Здесь кто-нибудь есть? Опа. Странно. Аккумуляторы света у меня были заряжены на полную. И должно было хватить надолго. Почему он сейчас сел? Здесь кто-нибудь есть?
Здесь кто-нибудь есть? Холод такой вообще был. О, блин. Фу. Я зацепил, походу, ничего. Здесь кто-нибудь есть? Воу. Будто бы реально сказал, я здесь. Итак, друзья, все, посидел я еще здесь около часа. Вот, посмотрю все на монтаже, что мне получилось заснять. Пересмотрю все вот эти моменты с ЭГФ. У меня еще есть такая идея вернуться в дом Павла. Если вы хотите, чтобы я туда вернулся снова, то пишите в комментариях, чтобы я знал, стоит ли мне туда возвращаться в тот дом. Всем спасибо, друзья, за просмотр и всем пока.